Всем привет! Сегодня мы соберем классную портативную колонку с мощностью 2 канала по 1,5 ватта. Сейчас я вам расскажу, почему там по 1,5 ватта будет. Вот, первое, это эти динамики 8 Ом. Второе, то, что этот усилитель на 4 Ома дает по 2 ватта всего лишь. Его выходная мощность будет около 1,5 ватта на канал с этих динамиков, я мерил. Вот. Хотя здесь китайцы писали два канала по 5 ватт, но он эти 5 ватт выдает при питании 5,5 вольт с клиппингом, тем более с ужасным клиппингом. То есть ты даже музыку не сможешь расслышать через этот клиппинг. Вот. Поэтому мы его будем использовать так. Также нам пригодится аккумулятор с платой BMS, вот. Пассивка, динамики, ну и корпус. Там некоторые провода и кнопочка, в общем, ничего интересного. Так. Будем сейчас собирать нашу колонку. Погнали! Итак, что я сделал? Я, значит, сюда запаковал герметичный Bluetooth модуль с кнопкой. Вот. Также я сделал эту панельку, то есть приклеил пассивку и поставил магнитики для крепления сетки. Сетку я или буду металлическую использовать, или натяну тканью. Вот. Также я думаю сюда поставить вот сюда сверху прямо аккумулятор. Аккумулятор, кстати, я такой буду использовать. Вот. Думаю взять такие вот перекладинки. Вот так их поставить сюда. И потом уже на них аккум делать. Сделала эту колоночку, погнали наваливать басуху. Thank you.
Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать мне любимые комментарии. Всем удачи, всем пока, с вами был Мишка Бас.